Проходите. Чем обязан? Штольман Яков Платоныч, судебный следователь. Алябин Константин Ильич. Прошу садиться. Благодарю. Мы расследуем убийство вашего приятеля, мичмана Заливухина. Ну, Заливухин, положим, мне уже давно не приятель. А чего же рассорились? Нет. Просто я серьезный человек, имею в жизни цель. А он так, колода карт, вот и все его интересы. Да я уже год с ним не разговаривал, так что... Может, расскажете тогда, как виделись с ним в этот четверг у постоялого двора? Я возвращался с фабрики. Увидал его в пролетке. Но мы даже поздороваться с ним не успели. Но сразу сообщили об этом его жене. И что? Я встретил ее на улице в тот же вечер. Ну, ляпнул, дескать, муж ваш в городе. Кланяйтесь ему. А она, бедняжка, побелела, говорит, где вы изволили его встретить. Ну, я ей сказал, что он свернул по постоялому двору. Ничего необычного в его поведении не заметили? Ну, говорю же, мельком его видел, так что никаких странностей заметить не успел. Это ведь один из убитых на постоялом дворе, верно? Да, это Заливухин. Ты же говорила, что больше не собираешься помогать полиции. Что случилось? Ну, Антон Андреевич так просил. И потом у нас с духом соглашение. Я выполняю его просьбу, а он проливает свет на это убийство. Бог мой, никто ничего не делает просто так. Даже в потустороннем мире. Аннет? Что? Все. Если вам больше нечего рассказать, господин Алябин, не буду вас больше задерживать. Это продукция вашей мануфактуры? А, господин Штольман, я так рассчитывал получить подряд морского военного ведомства на пошив флотского обмундирования. Вот взгляните, какие образцы. Сукно и шерсть высочайшего качества, золотое шитье, пуговицы. Я полгода над ними трудился. Эскизы, подгонка, опять подгонка. И что же? Да ничего. Все труды впустую. Подряд получил некий Феофилактов из соседнего уезда. Я прежде о нем даже не слыхал. Сочувствую. Аннет, шли бы мы отсюда побыстрее, а? А то застукают и решат, что... Здесь нечего воровать, одна рухлядь. Будущему маяку от папы. Это подарок для вашего сына. Хотите, чтобы мы его вручили? Добрый день. Что вам угодно? Госпожа Заливухина, примите наши соболезнования. Глубокие. Благодарю. Меня зовут Петр Иванович Миронов. Я узнавал одно время вашего мужа в Петербурге. Не припомню. Муж про вас не говорил.
Тем не менее. Я понимаю. Муж должен вам денег. Я не могу вам ничего сейчас оплатить. Не в этом дело, уверяю вас. А в том дело, что ваш муж, будучи у меня в гостях, забыл подарок, который намеревался сделать своему сыну. Взгляните. Боже мой. Хорошо, прошу вас. Заходите. Прошу вас. Назовет. Ангелочков зовет. К себе. На помощь. Вот. Ну? Кто здесь будущий моряк? Прочти, что тут написано. Ты же можешь? Будущему моряку. А теперь смотри. Раз. Это тебе. Удержи. А вы хорошо знали Ивана Семеновича? Ну, Иван Семенович, ну, не то чтобы слишком хорошо и не то чтобы длительно, но сразу бросалось в глаза, какой это был человек. От Нелидова? Кто вас убил? Сударыня, как вы здесь? Простите, мне просто стало нехорошо. И надо было побыть одной. Принести вам воды? Нет, нет, спасибо, мне уже гораздо лучше. Простите. Милостивый государь, Виктор Иванович. Господин Рябушинский. Я должен с вами переговорить. Извольте, я вас слушаю. Я прошу. Нет, я требую, чтобы вы поступили как порядочный человек. Простите, я что-то не вполне вас понимаю, Алексей Егорович. Извольте выражаться яснее. Вы должны дать развод оставленной вами супруге. Слушайте, с какой стати вы вмешиваетесь в мою семейную жизнь? Вас что, жена подослала? Боже, какое низкое предположение. Нет, я сам решился с вами поговорить. Марья Тимофеевна должна обрести свободу, чтобы устроить свое личное счастье. Ах, вот да. Что! Ишь, как быстро! А что ж вы думали, милостивый государь, что такая блестящая женщина, как ваша жена, до конца своих дней будет оплакивать вашу измену? Позвольте спросить, кто же этот счастливец? Я. Да я счастливейший из смертных, господин Миронов. Виктор Иванович, ну я, конечно, понимаю, что это дело весьма неприятное и в некотором роде даже позорное. Но вы, как сторона, виноватая в прелюбодеянии, просто обязаны на себя взять этот тяжкий труд. Так, нужны два свидетеля. Ну, их-то я найду. Они должны будут вас застать, так сказать, в пикантном положении с другой женщиной. Потом дадут письменное объяснение, а затем... А затем вы скажете моей жене, что никакого развода не будет. Так и передайте это блестящей женщине.
Питер. Ты сердишься, значит, ты не прав. Но я от вас не отстану, пока вы не дадите развод Марии Тимофеевне. Прощайте, сударь. Анна Викторовна, есть новости? Да, Антон Андреевич. Дух Заливухина показал мне карту. Четверку пик. Четыре очка набрал Светлов. А значит ли это, что он начал драку? Не знаю, но взгляните. Откуда это у вас? Из дома Заливухина. Получено год назад от Нелидова. Друг мой, Ваня, довольно праздности. Не пора ли заняться делом? Хрусталь не чищен, бумага сохнет, комета пролетит в Петергофе 37/16. Бессмыслица. Комета какая-то. Девятка, Бакара. Карточная игра на жаргоне, ее называют кометой. Этим письмом назначается игра. Антон Андреевич, простите, мне нужно идти. Анна Викторовна, благодарю. Вы оказали неоценимую помощь. Полиция. Вы уверены, что это об игре? Мне хорошо знаком жаргон картежников. Попотеть на листе, зачистить хрусталь, заняться делом — все это означает сыграть в карты. А цифры? Позволите? При подсчете очков в бакаре десятки вычитаются. 37 минус 10 – 27. 16 минус 10 – 6. 27-е – это дата игры. Откуда у вас письмо? Из дома Заливухина. Анна Викторовна принесла? Даже если и так, толку от него все равно немного. Оно писано год назад. Должны быть и другие подобные письма. Заливухин приехал из Петербурга, зная об игре. Нелидову не нужно было оповещать его об этом. А вот Светлову он должен был написать. Думаете, в этих письмах будет что-то важное? Ну что ж, будем надеяться. Будем надеяться, что они сохранились. Прошу вас, господа. Ну вот, здесь все его бумаги. Я ничего не трогала. Все, как оставил Никита. Простите меня, господа. Тот же почерк. Письмо от Нелидова. Получено 10 дней назад. Любезный друг мой. Так. Что-то о здоровье. Так. Комета пролетит над Монплезиром 12/20. 2 октября. Это ведь дата роковой игры. Письмо вскрыто, а затем заклеено. Тетка? Не думаю. Слишком изящная работа. Так мог сделать человек, только хорошо знакомый с перлюстрированием писем. С перлюстрированием? Слава богу, вы у нас совсем знакомы. Да, по-моему, все письма вскрыты и повторно заклеены. Кто-то читал переписку Светлова. Может быть, знаете, кто и зачем? Еще одно письмо от Нелидова, полученное
3 месяца назад. Пишу тебе, друг Никита, чтобы сообщить известие. Феофилактов сделал ставку и возьмет банк. Феофилактов. Его упоминал Алябин. Константин не в игре. Я не понимаю, почему он пишет об этих двоих? Они ведь даже никогда не играли вместе. Значит, речь идет не о картах. О подряде? Нелидов служил в морском министерстве. И мог входить в комиссию. Вы говорили, Заливухин обещал жене в скорости разбогатеть. А что, если эта четверка вовсе не проигрыш, а четвертый человек? Алябина нужно снова допросить. Он не мог действовать в одиночку. Если он получил доступ к письмам... То у него есть сообщник на почте. Эврика. Эврика. Войдите. Дядя. Я вспомнил. Я не так давно читал статью. Статья была напечатана в журнале «Нива». Ты мне говорила о каком-то Гийоме, который является тебе во снах. Вот эта вот статья, она была... Как раз тоже о Гийоме, не помню, забыл его фамилию, но не в этом дело. А дело в том, что его сожгли на костре в Лангедоке в 14 веке. Почему ты думаешь, что это тот самый Гийом? Так у него же возлюбленная была Раймонда. Так ее звали, и она разделила его участь. Тоже сожгли. Сожгли. За что же их казнили? А этот Гийом, он был эскотар. Кстати, я так называлась, последний эскотар. Это не морг, утер какой-то. А кем были эти самые катары? Катары? Ты меня сейчас не экзаменуй, Аннет. Ну, не помню я его, в общем. Там в этой статье была такая фраза. Я ее, знаешь, запомнил. И лавр вновь зазеленеет лет через 600. Ну, как-то она легла мне на душу. Поэтичная, красивая. Я запомнил. Надо присвоить эту фразу. И матери твоей подкинуть. Пусть используют где-нибудь. Ну, здраво. О, опять вы, господин Штольман. Чем могу быть вам полезен? Вы присаживайтесь. Боюсь, у нас будет долгий разговор. Соблаговолите рассказать мне, где вы были в ночь на четверг. У себя дома. А в чем дело? Подождите. Я, кажется, начинаю понимать, куда вы клоните. Помилуйте, неужели вы решили подозревать меня в том убийстве? Да с чего бы?
У вас был мотив – месть. Господин Заливухин и Светлов уговорили вас дать взятку господину Нелидову, входившему в министерскую комиссию. Только подряд вы не получили. Вам предпочли Феофилактова, который попросту дал больше денег. Это голословное утверждение. Я честный предприниматель. А уж обвинение в убийстве, это знаете, это... Откуда мне было знать, что в четверг они будут на постоялом дворе? Да вы же знали, куда он направлялся. Кроме того, вы читали корреспонденцию Светлова. Вам бы романы сочинять, господин Штольман. Ваш сообщник на почте выдал вас. Он сообщил, что по вашей просьбе вам приносили все письма Нелидова, адресованные Светлову. По моей просьбе? Это ложь. Он сам мне это предложил. Вот оно как. Какой лживый негодяй этот Тобольцев. Он же обещал, что ни одна живая душа не узнает об этом. Хорошо. Грешен, винюсь, письма читал. Но убивать мне их не было никакого резона. Я хотел, чтобы все по справедливости, судом. Мне доказательства нужны были. Ну и где эти ваши доказательства? Вот, взгляните. Довожу до вашего сведения, что в морском министерстве действует организованная группа мошенников. Вот-вот. Анонимка для особого отдела? Ну зачем же анонимка? Я же от чистого сердца. Радея за отечество. Ну разве у Феофилактова сукно? Это же черт знает что, а не сукно. А золотая нить, она же через месяц потускнеет. Да получи вы подряд, не стали бы разглагольствовать о справедливости. В участке дадите показания. Антон Андреевич? Да. Чем могу служить? Тобольцев у вас служит? Здесь, почтальоном, уже 20 лет. Где он? Так с утра ушел корреспонденцию относить, пока не возвращался еще. А место его где? Пожалуйста. Очень хорошо. Затонский телеграф свежий поступил? Да, поступил. Вот здесь сортировщик он служит, но иногда не брезгует разносить корреспонденцию. Осторожно, не порежьтесь. Мы каждую неделю затачиваем. Много таких? 3 штуки. 3? Соблаговолите-ка их собрать все и принести. Будет исполнено. Позвольте, что происходит? Это мои личные вещи. Господин Тобольцев? Я с кем имею честь? Начальник сыскного отделения Коробейников. Что с вашей рукой? Давеча бечевку нарезал, поранился. Давно? 3-го дня. Проедете с нами. Я пришла к Антону Андреевичу.
Его нет, он на задержание еще не вернулся. У вас новые сведения? Я не стану с вами разговаривать. Вы уже говорите со мной, Анна. Не смейте ко мне подходить и со мной разговаривать. Как вы могли все это время мне лгать? Как вы могли все это время ездить в наш дом? Как? Это же просто безбожно. Я не лгал вам. Да, вы просто забыли сказать, что у вас есть жена. Если бы вы знали, в каком положении она сейчас находится. Я верил, что в скором времени буду свободен. И поэтому скрывал от вас правду. Я вас об одном прошу. Уезжайте из этого города. Я не могу, и вы знаете почему. Крутин, так пусть он скорее до меня доберется. Победа, выигрыш. Анна. Андрей Петрович, а вам разве доктор уже разрешил выходить из дома? А я даже не спрашивал. Просто надоело сидеть в четырех стенах. Скажите, а что случилось? Вы плакали? Нет, это пустяки. Понимаю. А куда направляетесь? Не знаю. Домой, наверное. А поедемте ко мне. Я велю приготовить ужин. Посидим по-приятельски, поговорим о разных глупостях. Что вам сидеть дома в одиночестве? Пожалуй. Куда же они запропастились? Дочь господина Тобольцева была невестой морского офицера Светлова. Да, и погибла прямо перед свадьбой. В рапорте указано, плавать не умела, упала в реку. В чем девятка? Что? Вы как думаете, кто из них убийца? Господин Алябин, вы показали, что получали письма Светлова от служащего почты господина Тобольцева. Это так? Вы подтверждаете это? Подтверждаю. Он приносил мне их на пару часов. Скрытыми? Да. Потом заклеивал при мне. А вы что на это скажете? Ну, что я могу на это сказать? Господин Алябин пытался вывести на чистую воду взяточников. Я ему в этом помогал. Красивая гипотеза. Но, боюсь, не до конца правдивая. Из этого письма вы узнали, что офицеры собираются играть в Монплезире в четверг. Послушайте, я вам уже говорил, я не... Позвольте, этого письма Тобольцев мне не приносил. Как-то и не приносил.
Я вам все письма приносил. Я его впервые вижу. Я приносил, и каждое письмо вы читали. Господа, это письмо я вижу в первый раз. Хорошо. Яков Платонович, позвольте мне. Конечно. Вы сказали, что поранили руку ножом, который используете на почте, так? Так. Этим? Да. Любопытно. Как вам это удалось? Он ведь не заточен. Ну, может быть, не этим, но таким же. У нас на почте этих ножей... Три. Два острых и один тупой. Как такое могло случиться? Не могу знать. А я знаю. Вы отправились на постоялый двор, взяв с почты острый нож, совершили преступление, убили трех офицеров и вернули нож на место, на почту. Но вы допустили ошибку, перепутали ножи. Затупленный нож с постоялого двора вы вернули на почту, а на постоялом дворе остался острый. Вот он. Вы не поверите, но в Индии никто не ищет лучшей доли. Каждый полагает, что то место в обществе, которое он занимает, оно наилучшее. Почему? Это вопрос веры. Они верят в перерождение. Вот, например, если родился богатым, да, то значит, в прошлой жизни был праведником. А если нищим, то значит, получил по заслугам. То же самое касается любви. Подождите. То есть, если ты несчастлив, ты не должен стремиться обрести свое счастье? Нет. Индусы верят в то, что брак заключается на 10 перерождений вперед. Ни одно сватовство не обходится без гадателей. Они должны доказать, что пара уже состояла в браке в прошлой жизни. А вдову сжигают на погребальном костре мужа, чтобы они быстрее воссоединились в новой жизни. Бог ты мой, какая глубина. Андрей Петрович, да. Вы так много путешествовали. Вы видели столько стран. Скажите, а вам приходилось слышать о катарах? О катарах? Странно, что вы об этом спросили. Почему? Они тоже верили в перерождение. Все улики против вас. Отрицать вину бессмысленно. Облегчите свою участь признанием. Мне нет никакого дела до моей участи. Мы знаем, что ваша покойная дочь была невестой офицера Светлова. Вы читали письма и точно знали, что в этот день офицеры соберутся играть в Монплезире. Вы убили их. Вам осталось только сказать, за что. Они мою Александру в карты проиграли. В карты? Конечно, девятка. Ваша дочь была выигрышем. Они убийцы. Все трое. И я их за это наказал. Что поделать? Не балует тебя фортуна. Долг заплатишь немедля. Ну, как я это сделаю? Пиши. Я скажу, что. А ты собирайся.
поедешь за моим выигрышем. Иду, иду. Кто вы? Иван Залевухин. Мне нужно срочно увидеть Александру Ивановну. Так ночь на дворе. Спит она уже давно. Меня прислал ее жених. Никита, что с ним? Он возвращался в город, и на него в потьмах извозчик наехал. Он совсем плохо, сейчас лежит на постоялом дворе. Бредит, вас зовет, вот. Домой она вернулась только под утро. Что не спрошу, молчит. Я подумал, что Никита Богу душу отдал. И не стал ее тревожить. А через два дня ее труп в реке нашли. И как же вы обо всем узнали? Она мне письмо оставила посмертное. В нем написала, что Никита жив-здоров. Когда ее Залевухин на постоялый двор привез, то Нелидов ее обесчистил. А Светлов с Залевухиным в это время в соседней комнате были. Вот почему Светлов мучился и собирался в чем-то покаяться. Как вы совершили убийство? Я письма стал читать. От Светлова Нелидова. Знал, что рано или поздно мне повезет. Ну и повезло. Они назначили игру в Монплезире. Согласились с тем, что смерть вашей дочери объявили несчастным случаем. Вы ведь могли показать полиции ее предсмертное письмо. Мог. Но зачем выносить ее позор? Да и доказательств, кроме этого письма, у меня больше никакого не было. У Нелидова достаточно важные покровители в столице. Да и в остальных тоже. Наверняка бы вышли сухими из воды. Поэтому я сам приговорил и сам привел приговор в исполнение. Вы думали, что совершили справедливый суд, но теперь сделались убийцей. На все Божья воля. Но я ни о чем не жалею. Уводите арестованного. Все-таки я был прав. Крутин здесь ни при чем. Не соглашусь с вами. Именно он лечил Светлова в Петербурге и, возможно, заставил его болезненную совесть замолчать. Если бы Светлов во всем признался, этого убийства не случилось бы. Этого убийства не случилось бы, если бы система правосудия была более совершенной. Катары были особенно сильны на юге Франции в Лангедоке. А в 13 веке римский папа организовал против них крестовый поход. Но избавиться от этой ереси удалось только спустя 100 лет
Уж слишком большой популярностью пользовались они у знати и бедняков. Их называли добрыми людьми. Добрый человек. А ведь я это уже слышала. Они считали, что человек не виноват в своих прегрешениях. Как это может быть? Они учили тому, что наш мир создан падшим ангелом, Люцифером, а их людские души заперты в телах против их воли. И что бы мы ни делали, мы обречены на страдания и смерть. Это ужасно. Но ужасно и другое, что на кострах Инквизиции сожгли более миллиона катаров только за то, что их вера была неправильной. Анна Викторовна, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Что? Давайте сменим тему. Поздно, Андрей Петрович. Мне пора. Спасибо вам за этот вечер и за ваши рассказы. Явись мне. Дух Гийома Белимбаста, явись мне. Дух Раймонды Марти, явись мне. Дух Гийома Белимбаста, явись мне.